На площадке Института международных отношений Казанского университета состоялась лекция профессора кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, члена Союза художников России Анны Шевцовой. Все подробности далее. «Жест в искусстве. Взгляд антрополога». Такова тема лекции, на которой собрались студенты-историки, антропологи, регионоведы, востоковеды, тюркологи и другие. По словам лектора Анны Шевцовой, искусство касается каждого из нас. И очень важно понимать, как правильно использовать жесты в нем. Например, на фотографиях. Жесты не универсальны. И те жесты, которые в одной культуре могут восприниматься как одобрительные, которые свидетельствуют о высоком статусе человека, о его уме, красоте, плодовитости, я не знаю, там, аристократическом происхождении, в другой культуре могут быть поняты как оскорбительные. Также в рамках встречи студенты Казанского университета приняли участие в Олимпиаде по этнографии. Лучшие студенты отправятся на награждение в Москву. Мы вообще активно сотрудничаем с коллегами из Московского университета, из Института этнологии и антропологии Российской академии наук, вот с Московским педуниверситетом и Санкт-Петербургским университетом, с Институтом социологии Российской академии наук. То есть приглашенные преподаватели для наших студентов – это не редкость. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.